Я всегда любила Новый год, но для мам это адский труд. Все эти подарки, магазины, готовка, игрушки. Зайка, воду из-под ёлки не пей, живот заболит. Господи, ну за что? И просто отдохнуть уже некогда. О, нет. Что такое? А вот и самое страшное. Моя мама приедет на праздники. Да поможет нам Бог! Вики! Мам, привет, мам. Эмми. Мам, какого, простите, черта? Нельзя дочку на Пасху навестить? На Новый год. Да пофиг. Теперь я буду рядом с тобой каждую секунду. О, нет. Где ваша елка? Что-то совсем забегалась. Но явно не в спортзале, Боб. Мне уже 34, а она до сих пор учит меня жизни. А моя покрасилась и постриглась в точности, как я. Это нормально? В психологии нет понятия «нормально». Мы лучшие подружки до гроба! Yeah. Устроим праздничную вечеринку. В моем доме? Да, на 184 человека. Сколько все это стоит? Не в деньгах счастье, доченька. Я хотела расслабиться на праздниках. О чем ты говоришь? Какой расслабиться? Ты же мать. Так и будет продолжаться, пока не дашь ей отпор. Подраться? Я не буду вас знакомить с мамой. Новый год должен быть праздником для всех. И для нас тоже. Без выпендрежа, показухи, суеты и лишних заморочек. Пусть засунут себе свои елки. Не буквально, конечно, но вы меня поняли. Да, мы поняли. Дочь считает меня строгой. Я от матери как-то получила пощечину только за то, что была в сандалиях на яхте. Тогда были другие времена. 2 месяца назад. У меня свидание с Сантой номер 2. Где вы познакомились? На эпиляции. Будет немного больно. Девочки, я такого мужика в жизни не встречала. Я могу пошире раздвинуть, если хочешь. Никто еще не предлагал раздвинуть ноги ради меня. Ради тебя я готов каждый день ноги раздвигать. Как романтично. Вот только подумаю, что я среди нас самая долбанутая, как ты ляпнешь что-нибудь. Мы ходим под ручку. О, боже. И у меня вдруг все зашибись.